На радость жителям города Видное мест отдыха становится все больше. Современные парки продуманы до мелочей. Они комфортны для пеших прогулок, занятия спортом и проведения мероприятий. Еще один такой парк в скором времени появится в Расторгуевской части города. Он будет находиться в непосредственной близости с нынешним парком. Разделит их пруд. Министерство культуры Московской области, глава Ленинского муниципального района, глава городского поселения приняли решение о том, что данную территорию можно включить в госпрограмму. Это губернаторская программа «Парки Подмосковья». В том году данную программу соглашением Московской области и администрации городского поселения Видное было заключено соглашение. Значит, были выделены средства 10 миллионов рублей со стороны администрации городского поселения и 10 миллионов рублей со стороны правительства Московской области. На эти средства будут установлены столбы освещения, малые архитектурные формы, лавки, беседки. Сделаны дорожки и парковка, чтобы людям было еще комфортнее посещать парк. По задумке, он должен стать любимым местом молодоженов, ведь здесь все будет выдержано в свадебной тематике. Например, возле главной аллеи будет стоять арка для брачующихся, а у пруда мостик, где можно будет вешать замочки. Мы всегда рады гостям, мы хотим, чтобы гостям было комфортно, удобно. Парк отдыха Видное в моем лице смотрит через день, каждый день за тем, как идут строительные работы. Строительные работы идут в графике, который был согласован. Сдать готовый парк предполагается в конце октября. Руководство планирует организовать для людей торжественное открытие нового места отдыха. Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.